Всех приветствую на киевской барахолке. Это барахолка на Петровке, на метро Почайная. И я надеюсь сегодня найти что-то очень интересное. Сегодня много тут людей, продавцов. Надеюсь, что-то действительно найти. Небольшой кофейный сервиз на 4 персоны. Посеребрение. А вы не знаете, кто производитель? Может, на коробке, я не посмотрите, есть, нет, не видно. Не, ничего нету. Такой. Очень милый. Класс. Это очень симпатичная белка. Белка орехокол. Такая большая, золотая. Стоит она 350 гривен. А вот, друзья, штоф. Казак, это коростынь, и продают его тут за 4500 гривен. Довольно дорого. Милая, нежная, юная балерина. Очень красивая статуэтка, это ЛФЗ. И стоит такая балеринка 2000 гривен. А вот статуэтка, тоже балерины в антракте, это Киев. Такая стоит уже скульптура 1800 гривен. Посмотрите только на их глаза, такой театральный. Мейк. Золото, пачки. Очень красивые балерины. А вот таких вот морячков продают за 500 долларов. Довольно редкая статуэтка. Тут у продавца много всегда интересного. И посуда, и бижутерия, и статуэтки. А еще тут куклы фарфоровые. Не один раз я их уже показывала. Вот еще одна замечательная статуэтка, рушничок. Это Киев. Довольно редкая статуэтка. Стоит такая 2700 гривен. Хотя цена по барахолке на эту статуэтку около 4000 гривен. Какой-то обереги. Интересно очень. На барахолке много всякой всячины. И вот так быстренько пробегусь я по железкам. Вот, друзья, смотрите, какая банка керамическая для печенья. Подруга пряничного человечка. Стоит такая симпатюлька 300 гривен. Тут с керамики кружки, чайничек. Еще вижу вазы. Вы не поверите, я первый раз встречаю на барахолке, вообще вживую вижу вот этот вот предмет, вот эту бочку с казаком. Вот, в таком огромном он размере. Вот такая позиция из каталога. Вы можете видеть, там должна быть еще подставка. И с такой, как бы, лимонадницы можно или квас наливать вот в такие вот замечательные две чашечки, Адарка и Карась. Вот, стоит такой казак 15000 гривен. Все по золоту, целый, с бочкой. Просто роскошная вещь в коллекцию. А, и там сзади ручка еще, класс. Вот-вот. Ну да. Супер. Сколько такой клоун стоит? Три. Снова у продавца появился такой миниатюрный куманец. Казак с бандурой. Это старый Киев. Летом его тоже видела в продаже. Без крышечки. Стоил он 500 гривен. А вот такая вот статуэтка. Гармошка или на лавочке Киев фарфор. Стоит 1500 гривен. Тут интересные скульптуры у продавца. Разные-разные. Керамика, фарфор. Вазы какие. А вот, друзья, смотрите, какая статуэтка мне попалась. Клеймо еще старый, Киев. И стоит такая 1500 гривен. Нет, это не мэчено. Там везде клеймо в тесте номерное. А сколько утка стоит, вы сказали? 200 гривен. И скидки тоже? Этот весь наборчик за 800 гривен. Там... На супер канале. Сколько шкатулка стоит? 200 гривен. Еще бардак есть.
Бокалы, фужеры, салатники, игрушки, много игрушек, тарелки. Какой симпатичный чайник. Оранжевая фруктовница на ножке. Также разные соусники, чашки, кобальт, керамика, вон миски. Есть такие. И сколько такая стоит? Ваза? В интернете. А вы сейчас спросите Гугла, и он вам скажет. Так я у вас хочу знать, сколько. У меня она стоит 4000. А такая 2000. Богемская. Угу. Корпорация. А почем тарелки в Барановка? По 100 гривен за килограмм. 200? 200 гривен? Готовали штучку? А? Готовали. 50 гривен. 500 гривен. Старенькие. Ой, вага, это, наверное, миллилитров 500-700. Все написано как бокал. Бокал лотос. Бокал лотос. Это именно авторская работа Гапанюк. Я Гапанюк. У тебя просто глоточек. Угу. Это с Полонны. Вижу. Это она там была художником, автором. И сколько стоит такая? $150. Это одна у вас две такие, да? Да, две. На одном есть клеймо, на втором нет. Но это именно экспериментальное. Угу, то есть не массовые, не тиражные. Ну, их вообще нету, то есть я их не нашла на просторах нашего этого, а это именно, ну, как бы, на моего знакомого. Единичные образцы, ну, как бы, да. С завода. Да, была знакомая, то есть как бы именно. Очень красивая. Подруга. Большая такая. Да, то есть как бы такая вот. В продаже, может, это, ну, как бы шли как чисто для музейного, не знаю. Каких-то экспозиций. То есть, как бы, оно есть, то есть оно значится как бы в ее биографии, что она как бы вот именно лотос этот, но я его не нашла. Да, и в интернете я его тоже не нашла, скажем так, на просторах. Интересно. Это детский незнайка. Тут незнайка, мне кажется, тут какой-то Буратино, может, не знаю. Потому что вот есть Незнайка. Мне бы сказал, что это вся серия с Незнайки. Ну, вот есть Буратино. Да, Буратино. И почем такие голубые? На 50. Вот, но это тоже с Незнайки получается. Да, да, Гео там был. Художник. Okay. Вот, это тоже с Незнайки. Вот, друзья, довольно редкая серия скульптур. Это такой набор из 3 статуэток. Называется «Колядники». Очень красивые статуэтки. Это киевский фарфор. И скульптор Владислав Щербина, который создал этот набор в 1968 году. Здравствуйте. А сколько стоят колядки? Сколько стоят колядки? А? Сколько стоят колядники ваши? Колядки 450 долларов. 3 штучки. Самое интересное, такой набор продается сейчас на сайте Киев-Фарфор к столетию завода за 36 тысяч гривен, но с юбилейным клеймом. Иверская Богоматерь. Но она не иверская, а герба какая-то там. Гербовец. Гербоверская. Не вижу. Гербоверская. Вообще почему-то называют ее Верская. Гербовецкая. Ну, смотрите, вы хотите снять? Да. Сколько стоит такая? $500. А вот это? 350. А вот такая? Тоже 350. И Катерина тоже 350. Понятно. Спасибо. А сколько стоит бюст? Какой? 500 гривен. 500 гривен. А светильник попугай? 400. Рабочий?
сейчас проверю. И коза 250. Вот это? Да. Это в целом. У нас такая есть. Ага, розовая и белая только остались. Уже белую не вижу. Да, это тоже... есть. Вот розовая и розовая еще розовая. А, красная. Еще есть белая. Я вниз услышу. Это самая дорогая у вас позиция? Да. Рожки, да. Такая, 150, вы сказали. Да. А жук? Красив. Жук, ну, 170 тоже можно, 150. У нас дракончики. Вот есть два. И вот два интересные. Ну, год дракона. Расхватали перед Новым годом. А серебро есть у вас таких? Нет. А это пластик? Это прессованный. То есть это бирюза, но она вот как-то ее прессует. То есть это не чистый камень. Угу, я поняла. Как это чисто технически, да? Чехол ассортимент. Это редкое стекло. А что за стекло? Похоже на Чехословакию урановое стекло. Ну, даже не полный комплект, там еще должно быть какой-то. Нет, такой. Вот этот у нас. У вас эти вот три штучки. И сколько такой стоит комплект? Ну, 8,3. 2,5 тысячи. 2,5 тысячи. Ясно? Угу. Небольшая. Да, небольшая. Тернополь? Да. Вот эти. Это тоже Львов делал, зверей этих всех. А есть такие, делают и китайцы. Это наши, нет, да? Это наши львы. И почем такие? Зайка? 150-200 гривен. 200 гривен. Да. Зайчик вообще такой. И посеребрение стекло. И посеребрение. А, это стекло? Да, стекло. Я держу. Серебро свадебное. Это действительно им 60 лет. Такая винтажная вещь? Да. А кто производитель? Ну, это наш завод художественного стекла когда-то был. Видите, с гравировкой. Да, очень. Ага, вот видно, что стекло светится так. Сдалека как... Изящные такие. Как серебро. Да, так как оно раз, действительно серебром покрыто. Как делают такие парные свадебные бокалы. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот такое. Сдалека, да. А вот сова, и что и это все. У вас такая? А сова это мраморная. Из мрамора, да? Да, мрамор. Просто статуэтка. Собанька? Как пресс-папье, может быть. Ну, и овчарня наша. Ой, это вообще, мне это так нравится. Все так хорошо стоят. Всем большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Всем пока!